Дивишся Design Tour – програму, в якій ми розповідаємо про сучасні тренди в архітектурі, дизайні та моді. Ми не нав'язуємо свою думку та не радимо, ми лише розповідаємо про круті речі. А вибір завжди залишається за тобою. Мене звуть Настя Ковальова, і ми починаємо. Сьогодні у програмі ти дізнаєшся, як одна, здавалося б, незначна деталь може урізноманітнити твій інтер'єр. А також тестінг дивану для подвір'я із архітектором Іваном Юнаковим. Де б ти не був, що б ти не робив, завжди роби одну річ. Побачив представників Юнг, іди туди, подивись, що коїться. Або дізнаєшся щось нове, або побачиш щось неймовірно круте. Пішли? Завітавши на круту дизайнерську подію, присвячену стилю контемпорарі, я не могла не побачити там стенд вже відомої тобі компанії Юнг, яка опікується твоїм комфортом та пропонує системи, що дозволяють перетворити твоє помешкання на розумний будинок. Компанія прекрасна, к сожалению, мені не вдалося поработать з цих VIP-лінійки там. Тобто я працював зі середнім, але мега доволен, тому що ціна-качество – це, мабуть, лучше предложення. Тобто в середньому сегменті це одні з лідерів, з ними мега удобно працювати. Дуже широкі, якщо говорити там по серіям, набори елементов, если мы говорим там о фурнитуре, да. Тож я не могла пройти повз і не поспілкуватися із директором компанії Юнг Україна Рітісом Місявічусом. Рітіс, ми зараз з вами знаходимося на мероприятии, которое посвящено стилю контемпорарі в інтер'єрі. Скажіть, вот Юнг подготовила для этого мероприятия что-то, что может подойти в такой интерьер? Да, вы знаете, Юнг делает очень много разных дизайнов, цветов и форм, и материалов, и дает самому пользователю выбрать, какому стилю подобрать свой выключатель и как его подобрать. И поэтому есть очень много разных вариантов цветов и материалов, и каждый человек может сам себе скомплектировать выключатель. То есть, по сути, на самом деле, из продукции Юнг можно создать абсолютно... Под любой стиль. Под любой стиль, да. Выключатель. И контемпорари в том числе. Угу. Да. На вечірці, де зібралися круті українські дизайнери, Юнг презентував найцікавіше дизайнове мукача, який вже 50 років залишається бестселером. Звісно, за 50 років змінились матеріали та конструктив, але форма залишається незмінною. На ринку дуже великий вибір, тому складності ніякої не представляється. Представлены во всех стилях, то есть какой стиль, в такой стилистике подбираем фурнитуру, поэтому ничего сложного. У меня еще был каверзный вопрос, где сложнее, классика или модерн, но уже... Я думаю, что классика, потому что в классике меньше модельный ряд, и тот, который отвечает хорошему уровню, это чаще всего металл, латунь или бронза, он, конечно, по цене всегда выше, поэтому в этом есть сложность. Ну и, звісно, фишка цих вимукачів у тому, що ти можеш підібрати індивідуальний дизайн. Обычный украинский потребитель может самостоятельно к вам прийти и выбрать себе выключатель и самостоятельно установить у себя дома? Ну, знаете, как я думаю, что каждый мужчина может установить выключатель у себя дома. Это совсем не сложно. Можно к нам прийти, у нас на стендах вся наша палитра нашей продукции. Мы ей посоветуем и поможем подобрать и цвет, и материал, и даже как это установить тоже покажем. Що ж, кольорова палітра та варіанти поєднання настільки різноманітні, що і справді можна трохи розгубитись. Саме тому і тільки у Design Tour я звернулася до відомих українських архітекторів, аби вони дали пораду щодо поєднання та застосування вимкачів у твоїй оселі. Работали раніше з Юнг? Работаю более 20 лет. Це дуже хороший продукт, я їх дуже люблю. І серія Le Corbusier, вот это многоцветие, там больше 60 оттенков, она очень замечательная. И она, самое главное, подходит в различные интерьеры, потому что если мы берем такой оттенок, он может быть сливаться с классической стеной. Да. Или если мы берем вот в современный стиль, когда очень модные эти пудровые оттенки, синие яркие акценты, ну антрацит, там коричневый. Это, то есть здесь выбраны, наверное, всех цветов по чуть-чуть, хотя я говорю, что их более 60. Есть такая хорошая концепция, которую посмотрел года два в шоуруме Хендж. Да. Да, они взяли просто обычную красочку, зашли в обычную хорошую старенькую миланскую квартирку. И вот так сверху донизу все это провалили. С выключателями, с батареями. И потом поставили несколько хороших предметов, которые работают как на авансцене. Я, наверное, сейчас не удивлю тебя сильно. То есть мне, например, нравятся вот эти две штуки. Да. Вот. В остальном я бы ставил просто монохромные. Мне очень нравится вот эта коллекция Le Corbusier. Она мне тоже нравится. Очень классно. И мне нравится, что можно миксовать разные рамочки.
Ну, я выбираю вот этот, он отражает любой цвет и подойдет максимально в любой интерьер. Ну, а еще мне очень нравится эта коллекция, особенно это мой любимый цвет. Серьезно? Присутствует практически во всех интерьерах. Ну что, у нас вот такой вот выключатель от Юрия Зименко, вот такой блестящий. Я тоже выбрала вот эту панель, это приятно. У нас здесь есть вот такие вот интересные рамки, у нас есть клавиши. Давайте с вами создадим вот тот вариант, который импонирует больше всего вам. Вот такой вот. Это авторський виключатель от Salomas Poledi. І наостанок поради від людини, яка знає продукцію Юнг, мабуть, найкраще в Україні. Як потрібно вибирати вот вашу продукцію? Ну, во-первых, продукцію треба вибирати по формі і по цвету. Наш слоган – це прогрес як традиція. Тобто, постоянно улучшаться в качестве, в материалах, в цветах, в сервисе. Глядя на ваши проекты, которые вы реализовываете, с этим невозможно не согласиться. Спасибо. Кажуть, аби ведмеді навчити їздити на велосипеді, потрібно кілька років сумління та кропіткої праці. А щоб навчити твій будинок дбати про тебе та слухати тебе, достатньо встановити системи від Юнг. Бо Юнг – це саме той випадок, коли якість, ціна та функціонал поєднані гармонійно. Дивись далі. Тестінг дивану для подвір'я від Royal Batania. Сьогодні під нашим пильним поглядом опинився диван Vigor від бельгійської компанії Royal Batania. Це диван із колекції Vigor Lounge. Ця модульна колекція була розроблена талантливим бельгійським інженером, промисловим дизайнером Френком Бошманом, який є одним із основателів фабрики Royal Batania. Дизайн цього дивана – це ідеальна комбінація стиля і висококласних матеріалів. Масив тікового дерева і алюмінієві рами, покриті защитною порошковою краскою. Характерною особливістю даної колекції є роз'ємне з'єднання, яке називається «Ласточкин хвост». Это проверенное техническое решение и просто красивая деталь. Фішка цього дивану у тому, що це перш за все функціональна річ, яка створена саме для вулиці. Тобто це повноцінний диван Outdoor. І зараз ми дізнаємось, наскільки він справляється із своєю функцією та чи вдалося дизайнеру при цьому зробити його зручним. А допоможе мені у цьому головний архітектор 33 by Architecture Іван Юнаков. Іван просто чудово почувається у проєктуванні та дизайні приватних будинків, салонів, офісів міжнародних компаній. Тож, будуючи та проєктуючи для людей, Іван добре знається на тому, що подобається замовникам. Тож, скоріш починаємо тестувати. Конкретно цей диван очень удобный, такое впечатление, что сидишь не на улице, а в помещении. Телека не хватает, его дуровского еще. Да. Из дерева, да? Из дерева, да. Вообще комфортная, классная композиция. Мне нравится. Скажи мне, пожалуйста, вот по поводу вообще этой зоны, аутдор. У тебя очень много проектов и сейчас в работе, именно частных коттеджей, домов больших. Вот что для тебя априори очень важно, когда ты формируешь эту зону? Ну, наверное, то, чтобы она была... ну, скажем так, мобильная, легко трансформировалась. Второе, чтобы это было надежно. Ну, то есть, понятное дело, текстиль, который терпит наши климатические условия. И, соответственно, древесина, которая тоже это все нормально переносит. Также важно, например, конкретно если говорить про вот эту композицию, чтобы она была сама в себе и не брала на себя особо акценты. Ну, то есть не спорила с домом, но при этом была, ну, как я сказал, сама в себе. Скажи по поводу вообще вот текстиля, как тебе вот тактильно, комфортно или что-то смущает? Ничего нового нет. В этом текстиле он давно существует на рынке, он проверенный временем, ничего не смущает. А какие цвета вот последний раз выбирал для аутдор? Вот как раз серые. Как раз серые с древесиной, самый такой домашний хороший цвет. Если брать какое-то коммерческое заведение, ресторан, то, конечно, там акцентно должно быть. То есть даже какой-нибудь блэк, да, или вот что-то? Блэк или там серо-синий, серо-голубой, вот такие вот цвета. Опять-таки, если говорить про аутдор, такую композицию, даже обратил внимание на коврик. Как будто бы находишься в помещении, но при этом ты как бы на улице. Ну и на самом деле он как-то объединяет эту зону, эту композицию. Да, зонирует ее, да. Здесь можно моделировать абсолютно любую форму. То есть можно сделать квадрат. Вот эта основа на самом деле тоже одна из секций. Мы можем ее сейчас поставить, положить подушку, и у нас будет законченная композиция, вот такой диван. А все зависит, понятное дело, от планировки. Но вот более комфортно для аутдора все-таки какая форма? Г-образная. Г-образная, то есть даже не П-образная? Не, Г-образная. Чтобы можно было видеть собеседника, да, но и при этом было... И не только, как правило, ставят таким образом, чтобы была видовая какая-то точка красивая. А если П-образная, ты смотришь не на красоту, а на собеседника. Ну, тоже неплохо, слушай. Почему нет? Может, у тебя собеседник красивый, и ты, в общем, не... Тогда он должен рядом быть. Вот, это правда. Как относишься к тику вообще? Очень интересно, на самом деле. К нервному плохо, к деревянному хорошо. Ага.
целом тебе нравится, да? Конечно, конечно. Одна из самых надежных древесин на яхтах используется, в душевых кабинах даже. Даже. Слушай, а тебя не смущает, что тик, он меняет свой цвет? Нет, нет. Пусть, естественно, дерево стареет, оно как бы, наоборот, интересно становится. Вот тут еще есть маленький такой нюанс в этой коллекции. Хотела тебе показать вот эти вот соединения. Ты вообще обращаешь внимание, когда выбираешь коллекцию мебели, вот на такие детали? Дело в том, что вообще классической, скажем так, конструктивной схеме деревянной, то есть это деревянный дом, это довольно-таки известный прием. То есть это для того, чтобы не использовать никаких там гвоздей, саморезов, используются такие вот переходные элементы, как вот ласточкин хвост. Здесь есть интересная, как по мне, система спинок. Честно, я их никогда не разбирал, но мне... Это я заставила. Но мне нравится эта пластина. Но если мы говорим об этом диване в интерьере, то какая обивка? Ой, ну тут спектр огромный этих обивок. То есть... Ты предполагаешь, например, условно говоря, там в коже его? Нет, в коже нет. То есть это текстиль? Текстиль, скорее всего, да. Потому что именно такого типа, который не боится ни воды и наверняка легко чистится. Действительно, удобно, это и круто, да, что можно после бассейна запрыгнуть и ничего... И не получить по голове за это. Это правда. Мы все-таки сейчас обсуждаем частный объект, да, когда есть хорошие бюджеты, когда можно потратиться на вот такую крутую коллекцию аудо. Дело в том, что когда человек покупает к себе домой, он это покупает для себя. Он не экономит, потому что сам будет своей попой сидеть, иногда даже голый на таких диванах. Это правда. А если общественное, то там уже больше про бизнес, и туда такое не возьмут. Только если это совсем лакшери, там какой-то сегмент. Угу. То есть получается, это все-таки частный. Естественно, да. Скорее всего, да. На сьогодні все, але рівно за тиждень я спробую знову тебе здивувати. Дивись дизайн-тур, будь прогресивним, побачимось!